приближаюсь к памятнику. Вот он. Очень красивый. Немножко погодка, конечно, неважная. Ветер сильный. Это фабрика «Красный Октябрь». Большая очень. Я иду вдоль нее, вдоль фабрики. Сейчас я еще немножечко дойду до него. И дальше уже не пойду, пойду в обратную сторону. Потому что прохладно. Здесь тем более у реки очень сильный ветер. Там, в принципе, дальше уже идти будет некуда. Сейчас я еще поближе дойду до памятника. Немножечко вперед пройду. И пойду в обратную сторону. И как раз до окончания фабрики. Вот иду вдоль последнего корпуса. Машина тут. Достаточно такое оживленное движение у фабрики, потому что здесь фирменный магазин. Так. Сейчас покажу магазинчик. Перемечательный. Это я. Магазинчик. Набережной можно посидеть. Это, конечно, когда хорошо. Сейчас как-то прохладненько сидеть. Магазин. Можно зайти и купить конфеток. Памятник Петру Первому. Не знаю, может быть, не очень хорошо видно. Кораблик пришвартовался. Сейчас попробую еще поближе подойти чуть-чуть. Вот она такая фабрика. Ну все, дальше уже не пойду, потому что там уже заканчивается набережная. Здесь уже такое огорожено забором большим. Сейчас покажу кораблики. Здесь такие кораблики красивые. Пойду в обратную сторону. Яхточка. И вон еще один плывет.
фабрика. Еще смотри, сделаем, чтобы пойду в обратную сторону. А вот там вдалеке видно Крымский мост. Крымский мост – это парк культуры, парк Горького. То есть вот там прямо с правой стороны от этого моста находится парк Горького, парк культуры и отдыха. Поэтому пойду поднимусь на мостик. Может быть, оттуда будет более-менее что-то можно снять. Посветлее будет чуть-чуть. Здесь как-то совсем темноватенько получается. Люди с конфетками выходят из магазинчика. Аленка. Когда была маленькая, мне бабушка все время покупала Аленку, шоколадку Аленка, поэтому это моя самая любимая шоколадка, ну и соответственно самая любимая фабрика, раз она выпускает эту шоколадку. Сильный ветер.